Сегодня я снова зашел на черный рынок Аризоны в поисках интересных объявлений. И я вам скажу так, я их нашел. Несколько объявлений меня реально рассмешили. Сразу хочу сказать, что покупка и продажа вообще чего-либо за реальные деньги на Аризоне запрещена правилами сервера. За это вы получите блокировку аккаунта и черный список проекта. Ну а я же перехожу во вкладку «Предметы», сервер «Каса Гранде», и давайте зайдем во вкладку «Транспорт». На нашем сервере всего 3 объявления о продаже транспорта. Кто-то продает ВАЗ-2107 за 500 рублей, кто-то BMW X6 за 300. Но самое интересное объявление у нас висит в самом верху. Продавец DimaSamp1101 на сайте всего 8 дней и отзывов у него нет. За 1151 рубль он продает Clover плюс бонус. Продам машину Кловер за 1000 рублей. В багажнике может что-то быть ценное, дорогое, поэтому и такая цена. И 2 подмигивающих смайлика. Также он прикрепил фотографию. Почему-то она перевернутая, и на ней видно фотку того самого Кловера, я так понимаю. Правда, она вообще из интернета взята. Цена, напомню, 1150 рублей за это все. И вот вопрос, что это вообще за новая схема развода такая, или как это понимать? Это у нас автосалон эконом-класса, и вот тот самый Кловер здесь сейчас продается. Стоит всего 590 тысяч. Зачем мне тратить 1000 рублей, если я могу просто прямо сейчас купить за 590 тысяч вирт? Да и вообще, что за тачка Кловер? Уже давно на таких машинах никто не ездит. Конечно, продавец у нас написал, что в багажнике может быть что-то ценное, дорогое. Поэтому, наверное, цена оправдана. Но точно он не говорит, будет там что-то или нет. Прямо сейчас он находится в сети, поэтому я ему сейчас напишу. Привет, а что может быть в багажнике? И он сразу ответил: «Ку, все что угодно». А там может быть дом, например. Ахахахаха, какой дом в багажнике? Там аксы могут быть топовые. Или резов куча. Может быть огненная кирка. Короче, рандом вообще. А как ты докажешь, что там вообще что-то есть? Я не могу так просто поверить тебе. Ахахах, ну не верь. Я тебе точно говорю, там есть что-то. Ладно, поверю ему на слово, покупаем. О, нифига, ты купил. Подожди, Пятмин, я комп включу. Не думал, что ты купишь. Короче, едь пока на АБ, я захожу. Я уже зашел на свой второй аккаунт, чтобы он меня никак не спалил, и уже прибыл на автобазар, только вот он мне вообще не сказал свой ник даже. Ну, я думаю, мы и так поймем, кто продавец, потому что здесь Кловер больше никто не продает. Так, это походу он приехал. Блин, он же тоже мой ник не знает, погоди. Да куда ты уезжаешь? Дима Боярский. Привет, бро. Ку, что тебе? Это я насчет Кловера. А, это ты мне на ВП писал. Зачем он это говорит? Блин, в чат, ты чё, дурак вообще? Надеюсь, никто не заметил этого. Какой-то чел подбежал. Я надеюсь, он не заметил. Есть дом? Нет. Кстати, а если он мне сейчас продаст эту машину, то в багажнике вообще сохранится то, что он туда положил или нет? Ну, сейчас походу это и узнаем. Так, он мне предлагает купить машину Кловер за 10 тысяч. Комплектация сток, тут даже тюнинга нет. Вся надежда на то, что будет что-то в багажнике, реально. Покупаем. Поздравляю с покупкой. Так, сразу проверяем, что у нас в багажнике. Открываем его. Сюда смотрим, и здесь чё, 2 подарка, 3 бронзовых рулетки и какая-то маска дьявола. И все. Чё это за скам вообще? Что это такое? Сет Доктор Зло. Количество данного предмета 1945 штук. Вот так вот это выглядит. Что это за бред? Блин, не повезло тебе. Ты чё, офигел вообще? Что это за хлам? Ну я же говорил, может быть сет. Вот сет на тебе. Ну да, это сет Доктор Зло. Но блин, он говорил, там топ аксы какие-то будут. Он мне просто мусора какого-то напихал в этот багажник и продал. Ладно, я пошел. И он вышел из игры просто. Или чё? Ребят, ну это реальный скам. Тюнинга здесь, конечно же, никакого нет. И вот какие-то номера есть. 1904МК, Беларусь. Понятно. По сути, я просто сейчас купил Кловер за 1000 рублей. Даже за 1150. Ведь то, что было в багажнике, просто ничего не стоит. Ну-ка, погоди-ка. Здесь даже Кловера нет вообще. Помните, здесь было 2 машины, 2 Кловера на продаже. Сейчас ни одного. Походу, он просто купил его, как только я оформил заказ. И приехал, сразу же мне его продал. Ну, а второй, походу, кто-то другой купил, я не знаю. Либо он сразу 2 купил. На будущее 1. Просто точно такой же Кловер в такой же раскраске стоял на продаже, когда я вам его показывал. В этот раз зашел в раздел «Прочее». Здесь тоже немного объявлений, но самое интересное — это ларец рыболова за 172 рубля. Продавец Абобус Абоба на сайте год, отзывов нет. Продам ларец рыболова срочно! В наличии 1 ларец. Срочно продаю на сервере Каса Гранде, пишите. Привет, а почему так дорого? Недорого.
вообще? Срочно продаю. Купишь? Ответь. Он, наверное, думает, что я должен отвечать ему просто моментально. Ладно, куплю, окей. Не знаю, в чем подвох, но я покупаю. Едь на спавн, Моник Богдан на Чили. Я даже не буду спрашивать, на какой спавн мне ехать и почему у него такой ник. Просто как-нибудь там встретимся в игре. Пока буду просто ждать, пока этот Богдан зайдет в игру. Буду его пробивать. Пока в сети только 3 Богдана. А, и вот, кстати, Богдан на Чили. Это он. Погоди, 44 уровень у него. Вот он стоит на спавне. Походу, только зашел в игру. Все, я тоже уже здесь. Богданку! Привет! Ты да? Да, я. Короче, просто молча ему трейд кидаю. И он мне положил ларец кладоискателя. Ладно, окей, подтверждаю. Вообще-то ларец рыболова он мне обещал. А где ларец рыболова? Сори, закончились! Кладовщика ларец тоже топ. Че за кладовщик? Не, ну ларец, конечно, топ. Спасибо. Давайте чекнем вообще, что у него по статистике. 470 АЗ коинсов, 44 уровень, 19 миллионов. Не, ребят, это странно. Он, кстати, стоит вообще, не двигается, больше ничего не говорит. Ключ нужен к ларца? Да, давай. 50 рублей. Че, вообще офигел, какой ключ за 50 рублей? Какой-то это, блин, странный чел вообще. А, он еще и вышел, походу, что? Да, его нет в сети, все, он вышел. Только что за 150 рублей я купил ларец кладоискателя. Не знаю, обманули меня или нет, но, наверное, да. Короче, купил ключи, сейчас откроем этот ларец, может что-то выпадет нормальное, и зловещая монета выпала, понятно. Нашел еще такое объявление. Сет бомжганг плюс 12. Сет аксов бомжганг из картона, заточка плюс 12 фулл. Лучший сет для настоящего гангстера или новичка. Редкие и крутые аксы. На ЦР такой просто не найдете. Никто не продает. Пишите, пока скидка на черную пятницу 30%. И вот такой вот скрин. Здесь реально все эти картонные аксы и все с заточкой плюс 12. Нафига их вообще затачивать? Чувак мне реально не соврал. На центральном рынке я вряд ли найду такие аксессуары. Потому что их можно найти в каждой мусорке. Вот, например, мусорка на спавне. И здесь вот лежат точно такие же аксессуары. Через 29 минут они слетают. Здесь вот даже через 9 минут крылья какие-то картонные слетают. Просто те же самые аксы. Самое интересное, что продаются они за 1265 рублей. Чего? Но несмотря на это, я выбираю оплату криптовалютой и сразу без лишнего общения просто нажимаю купить. О-ла-ла-ла-ла, очень написал перед покупкой. А что, нельзя сразу купить, что ли? Короче, мой ник Федот Абармот. Едь к бару номер 5. Сразу пробью этого игрока Федот. И здесь только Федот Сигмов какой-то, 79 уровень. Пятый бар у нас находится где-то в гетто. А, погоди, это же бар Данте. Ладно, зайду внутрь, буду его ждать там. За вход еще 50 тысяч отдавать, ну офигеть. Тут, кстати, пока вообще никого нет. О, ребят, это он. Просто молча трейд кидает. Принимаем. У него реально все эти аксессуары с заточкой плюс 12. Так, все, подтверждаем. Блин, он же не знает моего ника. А если бы это не я сейчас был, а просто какой-то левый чел, он мне просто трейд кинул. Да, блин, он еще и вышел сразу. Что ж вы все выходите-то так быстро? Да, сетик, конечно, интересный. А тут даже все аксессуары одновременно надеть нельзя, блин. А, все, я могу только 3 акса одновременно надеть. Либо крылья, либо это будет вот такой меч картонный, либо вот такая пушка. Кстати, аксы-то дают минус 18 урона, 9 хп в минуту и шанс 9% на крит урон. Ну, короче, фигня на самом деле. И у меня реально вопрос, зачем вообще было затачивать вот эти аксессуары бомжатские до плюс 12? Кто не знает, эти аксессуары выпадают из батл пасса, когда вы играете на телефоне, только зарегались в игре, у вас есть стартовый батл пасс, вы его проходите и там получаете вот эти вот аксессуары, которые вообще ничего не стоят, это просто мусор. Чувак зачем-то просто собрал все эти картонные аксессуары и все их заточил до плюс 12 и еще и продал. Но, видимо, не зря он это сделал, раз я это все купил у него.